Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А сегодня я зашла в новый халявный проект, где нам при регистрации дают $100 на 12 месяцев. Вот здесь будет бонусный счет, у вас здесь будет сумма $100. Я их уже активировала, сейчас по порядочку расскажу. Значит, регистрация здесь простая, но нужно вводить номер телефона свой. Потому после чего вам придет код, номер телефона, почта. Вводите электронную, пароль подтверждаете, пароль, нажимаете зарегистрироваться, вам приходит на телефон код подтверждения, вводите этот код и попадаете в кабинет. Значит, далее вы попали в кабинет, у вас на счету, вот счет бонусный, $100. Идете, значит, далее куда? Так, нажимаете вкладочку «Разместить депозит» и выбираете второй план. Нажимаете на вкладочку «Выбрать», потому что вот от 50 до 10 тысяч. Вот этот план номер 2. Активируете бонусный код. Там все по инструкции, все, ничего сложного нет. Переходите в ваши депозиты. Вот ваш депозит. И нужно ежедневно заходить и нажимать «Перейти», чтобы и без вложений капали проценты. Процент в день 0,2%. Значит, это 20 центов в день без вложений. Далее, минимальный вклад $1. И по поводу вывода, на бонусные $100 минимальный вывод $10. Если вы пополните хотя бы $1, минимальный вывод составит 5 центов. Так, это все написано в вопросах-ответах. Обязательно прочтите. Я уже ничего не буду зачитывать. Далее, вот здесь сеттинг, как бы, да, наш. Здесь ID, смена пароля, и вписываем фамилия, имя, сохраняем. И поделиться тут в соцсетях. Значит, возвращает наш аккаунт. Так, и у нас здесь что? Сразу вот наш аккаунт, партнерская ссылочка. И в партнерская программа тоже наша партнерская ссылочка. Вот она находится. Вот ко мне уже добавился один человек, а я еще даже видео не делала. Я только бонусы разместила, а уже кто-то пришел. Значит, смотрим далее. Вот здесь вот ваш ID, вот мое имя, фамилия. И вот справа нажимаем «Бонусы». Здесь есть плюшки. Значит, у вас здесь будут вкладочки ВКонтакте, как бы, и вроде Facebook. Вот. Я разместила посты. Нажимаете «Опубликовать». Значит, знаете, как я сделала, что? Так. Я что сделала? Сейчас скажу. Пример поста вот здесь. Вот нажимаете «Пример поста». И вот эту запись, надпись, я ее скопировала. Ой. Ну, сами тут уже скопируйте правильно. Вот, так. Опс. Я ее скопировала. Ниже написала «Регистрация» и вставила свою партнерскую ссылочку. И разместила на Facebook и ВКонтакте. Так, мне начислили бонус. И еще бонусы — подписаться на, вот тут ниже будет, группу их ВКонтакте. Далее, смотрите, формы для ссылок. Укажите ссылки на размещенные постматериалы. Первая ссылка и вторая ссылка. Значит, я нажимаю ВКонтакт, и вот ссылочка моя. Значит, копирую. Так, вот эту ссылочку. Так. Перехожу, вставляю ссылка номер 1. Так, и на Facebook. Вот моя ссылочка тоже. Копирую. Такие вот плюшки здесь.
Все. Так, после модерации вы получите вознаграждение $5. Ну и ладно. Нажимаю «Отправить». Все, уважаемый партнер, заявка на получение бонусного вознаграждения отправлена администрации для проверки закрыть. Так, все, заявка на модерации. Будем ждать бонус. Так, далее что? Ну, мой мир у меня, он, конечно, есть, но там надо мне не зайти туда. В общем, ну, при желании, конечно, я зайду, но это потом уже буду разбираться с этим миром. Ну, на Facebook и на Контакт я отправила, значит, это я разместила. Значит, давайте пойдем разместить депозит, попробуем. Вот бонусный. Выбираем план, да, выбрать. И я попробую разместить вот этих $9 на план номер один, потому что здесь сумма от $1, а $100 мы сюда. Значит, выбираем план. Так, бонусный. Вот 9. У вас здесь будет $100. Выбрать. Так. Сумму вставляем. И точно так же со 100 баксами. Вставляю 9. Так, 0,0. Вот здесь по умолчанию. И нажимаю вложить. Так, минимальная сумма вклада с бонусного еще должна составлять $100. Угу. Непонятно. Что-то. Ну ладно, будем писать в поддержку. Возможно, моя вышестоящий спонсор тоже было никак ей не разместить. И она писала в поддержку. Здесь работает служба поддержки. Вот. И есть номер телефона даже. Это я потом. Так, ну что, по бонусам я рассказала. Так, по минимальному вкладу я рассказала. Уже 2 человека. О, как. Видите, народ, конечно, идет. Ну, а чего на халяву 100 баксов, да? Вот. Ну, я скорее пополню на $1, потому что $10 ждать, я думаю, это очень долго. Вот. А на баксик, наверное, я закину, но это потом уже. Вот. Так, данные по статистике. Так. Ну, тут все сами уже, ребят, почитайте. История от операций. Вот, бонусы мои. Значит, бонусное вознаграждение. Публикация статьи. Подписалась на сообщество. И еще статью опубликовала. Вот, итого у меня вот $9. Так. Ну, потом еще поделюсь в соцсетях. Это все. Так, что-то я еще хотела. Так, показать вам, а где я что видела? Так. Так, бонусная программа, реферальная ссылка. Где что-то с видео было? Так. Сейчас, секундочку, буду искать. Так, что связано с видео, я не нашла. Ну ладно, бог с ним. Будем разбираться. Но на этом все, вроде как я рассказала. Сами тут уже поклюкаете. Вопросы-ответы. Вот служба поддержки буду писать. Разбираться с этим бонусом, что делать. И продолжение следует, естественно. И вывод будем, конечно, делать видеообзор по выводу, как будет платить проект и как он себя поведет. Вот, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. До новых встреч!